Приветствую всех, дорогие друзья. Итак, как я вам говорил, противники здесь обновляются каждый ваш четвертый уровень. Мы сейчас на 9 уровне. Я сейчас собираюсь тут несколько дней, как говорится, поваляться в постели игровых. И, как говорится, выйдем и посмотрим, что же из себя будут представлять новые противники. Что ж, пока я выйду на паузу, как говорится, мод в этот раз я отключать на еду не буду, а то еще, не дай бог, вызовет в игре лаги и баги неприятные. Что ж, дорогие друзья, как оказалось, когда вы спите, голод и жажда, они вроде как не отсчитываются. Так что это более-менее, даже я вам скажу, прикольно. Ну да, я новую версию мода скачивал, я его обновлял. Но это мне понравилось. Так, и что у нас? Здесь ничего не отрезалось. Сегодня у нас утро понедельника игрового. Хотя у меня и реального утро понедельника тоже. Так, ничего нету интересного. Я вам когда-то говорил. В этой игре весь прикол в том, что здесь с модами обновляется у вас. А, так эту печку либо починить, либо так использовать. Понял. Обновляется все после каждого четвертого уровня. Можно сделать обычный респаун, просто подождав, желательно 5 дней. Ну-ка, давайте заглянем на улицу. Что она там? Хрена нас тут ждет. Извините. А у нас тут гости такие появились. Там еще кто стреляет? Ночной гуль? Ребята, вы чего? Совсем с дуба упали? Нифига себе, прикол такой. Ждут нас. Воу, что это было сейчас? Я нифига не вижу. Ага. Глюкометр, что ли, заработал? Жажда, голод. Ну да, конечно, заработал. Так. Где у меня здесь? Раз, два, три, четыре. Раз-два. Кто меня здесь гранатометом долбил? Вот что мне интересно. Ой, ты. Жоп с ручками. Это плохо, конечно. Ну, два гранатометных выстрела, да ты труп. Логично. Но, правда, не ожидал, что будет такая жопа. Так, вообще, по большому счету, где этот злобный долбанный робот? Ох, как их много-то. Дэнс. Давайте лучше автомат возьму, а то ей-богу. Лазерный пистолет, китайский автомат. Да, у меня с глушителем уже. Да, что-то их многовато. Это называется добро пожаловать. Так, не понял. От
Почему у меня очки действия плохо восстанавливаются? А, огненный гектор. Ох, тебя не хватает еще для полного счастья. Как собака-то гавкаешь? Или у вас там объединенная пара? Дамс. Так, ну-ка давайте посмотрим свои статы. Что у нас там случилось-то? Ночной гуль. Вот это вот номер. Так, радиация плюс один. Усталость. Чего? Какая нафиг тебе, блин, усталость? Ты что, издеваешься? Ну да, подглючивает модик. Так, давайте пойду еще часика 4 посплю. Ну, вы видели, что тут ночью творит. Да, поспал. Кажется, моя кровать занята. Ладно, чё очки опыта получил? Это рожи. Так, а вот теперь у меня проблема. Кажется, я без дома остался. Так. Нет, такую рожу увидеть можно сразу. Отвратительный мутант здесь еще был. Вот жесть-то какая. Эй, дом мой заняли. Это как-то я такого не ожидал вообще никак. Ладно, у меня что есть тут? Ай. Бофаут. Ментаты, морфий. Ну чё ж, поехали, дорогие друзья. Под морфием будем. Они тупят, пока можно их поубивать. Гады, мой дом заняли. Моя хата. Ой-ой-ой, не забыть главное вот этого. У меня же шанс воскрешения гулей стоит. процентов. Я ж поменял, я забыл. Да. Кому здесь, дорогие друзья, было скучно, а? В Fallout'е делать нечего. Вот вам, пожалуйста. Хитрить напополам. Я даже не знал, что здесь ночные гули есть. Это, конечно, прикольно, но здесь ночью, похоже, еще хуже, чем где бы то ни было. Данс. Глаза ночного гуля. О, слушай, неплохая стоимость. Очки действия даже есть. Ух ты. Мясо гуля. Так, слушайте. Стопы, глаза ночного гуля. Фига себе, очки действия плюс 30. Ай, вот. Единственное, чего не хватает, чтобы они писали хотя бы, сколько это действие будет длиться. А, кстати, давайте сожрем тогда. Глаза начинают болеть. Интересное ощущение. Радиация. Так, эффекты.
Тактический жилет, глаза ночного гуля. Очки действия, восприятие плюс 3. Нифига себе. Что еще, типа ночное зрение? О, вот это номер. Я быстрее двигаюсь, а фонарить можно. Вот это прикол, дорогие друзья, вот это бафчик. Это на эти гули надо охотиться. Нет, глушитель с автомата надо убирать. Никуда он не годится. Такой баб жесткий. Нет, надо глушитель убирать по-всякому. Смотрите, как я быстро двигаюсь. Как будто я не знаю. Мне. В одно место вставили что-то другое. Так, а здесь у меня стало нет, да? Ну, ладно. Вот это я мощный. Слушайте, я теперь знаю, как по ночам бегать. Привет. Ну да, тут только по ночам бегать, потому что днем, видите, когда идет рассвет, вас слепит. Ну, глаза ночного гуля рулят, я честно скажу, это рульная тема. Вот это бафчик. Честно говоря, его раньше не было вообще. Хотя, кстати, не было. Я не знаю, что раньше тут было. Уже я толком-то в нее не играл. Кто? Где? Откуда вас? Ого. Иди лесом. Попробуем руку на повредить. Не, чувак, извини. Кто? Гребаная игуана. Тебя мне здесь только не хватает. Ага. Понял я прикол, чё. Нифига опыта 124. Не кисло. Не функционирует из системы. Ты знаешь, что сказал? Ох. Хорошо. Объясните мне другое. Что он здесь стукнул? Ну что ж, дорогие друзья, мы увидели опять новых монстров. Так. А мне теперь интересует, но это уже днем пойду. Сейчас сначала я в мегатону заскочу, надо хапчик выложить. Это сделаю я на паузе уже. А потом я хочу сбегать в супермаркет и посмотреть, респаунится ли сейчас ребята внутри здания. Так, дорогие друзья, я отправлялся в Ривер Сити, ну, мегатон я сбегал, отлутался. Сейчас я вам покажу в Ривер Сити пару приколов. Это довольно-таки будет забавно, если у меня получится. Установил мод еще один на внимательность персонажей, чтобы вас в режиме этой невидимости сильнее замечали. Я конкретно не знаю, насколько это сильно получится.
А чё не в постели доктора Ли? Добро пожаловать к снаряду и шрапнели. Лучшего оружия... Так, саму-ка. Помощь. Стелс-бой, пум. Нигде не сыщешь. Не, все так же работает. Сложный. Скрывает. Кто? Идиот. Идиот. Так, а где мне взять отмычки? Сейчас я подойду. Прикольно. Выжил не то, что хотел. Оцениваешься, а? Так, снаряд, оружие, костюмы, помощь, разная, карандаш, стопка, пачка сигарет. Так, ладно, я на паузу, обратно до мегатона. А пока не отправился до мегатона, надо ящики посмотреть. Сколько у нас здесь патрошек нам дают? А, вот я вам про что говорил. Чем выше у вас уровень, тем больше нам дают патронов. И еще также у меня тут же скиллочек прокачался. Костыли, патрошки, ну не так, кстати. Ого, топливо для огнемета сколько дали. Не кисло, не кисло. А тут что? А и тут как обычно. Ничего новенького. Да ладно. Ладно, я мегатонна. Остается надеяться, дорогие друзья, что я нормально тут понасобираю материалов. А то мне что-то уже и один стелс-бой использовал, а это как-то неприятно. Снаряду и шрапнели. Лучшего оружия не просто нигде так не сыщешь. Лучше не надо этого делать. Ага. Опа. Давайте, 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 скроем. Тихо, тихо. Будь хорошей паинькой. Ёшкин ты матрёшкин. 10-миллиметровых тут дают, конечно, не знаю. Ага. Опять 10-миллиметровки. Да вы издеваетесь. Опять 56 мне никто не даст. Блин. Опа. Я чувствую 10-миллиметровым патроном. Я скоро во всех буду поливаться здесь реально. Ну ладно. Тю-тю-тю-тю. Чуть-чуть не хватило. Значит, где-то вот так вот надо, да? Еще немножечко. О. 32 калибра патрон. Так, я у тебя тут что-то не забрал. Украсть боевой нож. Ладненько. Ну, у кого этого сундучка что интересного есть? Ничего. А ночью было так шумно, совсем не спалось. Что-то я юмора не понял, что-то здесь пусто. Тесла модуль, ну вообще отпад. И вот так, дорогие друзья, как говорится, здесь баблу и зарабатываете. Рынок я вам показываю, как я обчищаю уже полностью, потому что у меня прокачан навык взлома. Ну, я надеюсь, они что-то сделают. Я попробую. Помнишь, в прошлом году ребенок с палубы упал? Тихо ты, тихо. Уверен, они что-нибудь сделают. Ну-ка попробуем у него там что-нибудь стащить. По идее, с моей скрытностью это должно быть просто. Опа. Ключ от комнаты. А чё, сперли? Нормально. Эмс. Вот это уж как бы интересно мне стало. А почему вдруг там чё, разные ключи, что ли? Ну, бутылочная крышка. Слыхали? Добро пожаловать в припасы Ривит Сити. Вчера вечер. У меня тут чего только нет. Да уж, красотке придется заменить несколько столов и стульев. Наверняка сопрет что-нибудь. Стиль. Ладно, я у тебя на коленках посижу. Один из новых Извини. Да,
силы не выламывайте. Ну, хотя, если в оригинал играете, можете выломать. Текс. Нет, теперь хавчика раздыбать себе. Тихо-тихо-тихо, зараза. Нормуль. Здесь чё? Ай, у меня же 75-й. Запасы Гера. Здесь ничего не было бы, что? Наверное, надо идти на работу. Я только с работы. Прикалываешься, что ли? Надо так, 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 так. Тин-ти-тинь. Да ёшкин ты, матрёшкин. Так, что ли, вообще? Нет, скорее всего, где-то так. Это значит, немножечко надо вот так вот сделать. Ещё чутка. Я бы сказал пару слов, но это очень уж бедновато. Так, Гэри Стейл. Ключ. Дай. Новых иммигрантов на прошлой неделе. Ой, я карму потерял. Какая беда. Да, кстати, у меня кошку Карма зовут. Надо обращать на меня внимание. Это немного меня напрягает, если честно. Так, еще один стелс-бой мне нужен. Давайте уж все тут зачищу. Чтоб тут вообще даже на полках ничего лишнего не валялось. А, здесь не обновилось, да? Жалко, я вот тут не могу как в четвертом фоле это все разбирать на пластик. Ну да ладно. Так, здесь все. Эй, чужак, это не просто так заперто. Ты же меня не видишь, красавец. Так, вот это фрукт. Ключ от комнаты. Угу, нужен ключ. Давайте попробуем косоврат хотя бы вскрыть. Ага, текст. Это значит где-то вот так вот будет. Опа. Попал, попал. Ну, бутылочных крышек, конечно, можно было побольше. Отдайте моего мишку. Здорово, чувак. Я вот не помню, здесь взаимосвязано у них все. Но товары, если торговца вы украли, вы не можете ему эти товары загнать обратно, ну продать. Здесь это как бы продумано, но это вроде в оригинале было продумано. Если честно, я не очень-то и помню. Мне в оригинал играть уж до упора интересно. Ничего прикольного нет. Комбизон, ретрейсер. Пробка. Наемника заклинателя. Так, ключ от комнаты Беннона. Ну ладно. Так. Добро пожаловать в наряды Потамак. О. Ах ты ж. Что ж, дорогие друзья, я тут пока пойду по комнатам пробегусь, но это сделаю уже на паузе. Когда найду что-нибудь интересное, я просто так такую небольшую вставочку кратенькую сделаю. А сегодня еще ориентировочно, я хочу сбегать все-таки на это... А, надо же сбегать точно. Точно-точно. Надо сгонять. Посмотреть, отрезались ли ребята в супермаркете. Потому что здесь я устанавливал мод на респаун противников в помещениях. Мне бы не хотелось его просто прописывать вручную. Это довольно-таки жесткое занятие. Не помню, показывал вам, нет, я снял этот глушитель с автомата. Надоело мне. Что ж, пока пауза. Ну что ж, дорогие друзья, насчет амунишн боксов я тут обломался. То есть тут снаряд лишь направили. Шрапнели, амунишн боксы здесь не рабочие. Хотя также возможно то, что эти амунишн боксы связаны с боксами, которые находятся у них
ну, на торговой точке. То есть, что на торговой точке вы обчищаете предметы, что там одинаково может быть. Так, сладенько, дорогие друзья, я тогда сейчас на выход. И пойдем посмотрим уже супермарт. Как говорится... Эй, привет. Так, это верхняя палуба, мне нужна нижняя палуба, то отойди. Вечер добрый. Эй, привет. Так, это у меня средняя палуба и Риверсити. Сейчас тогда сбегаем, дорогие друзья, в супермарт. Привет. Давайте методом каскада. Почему и нет? Сейчас я на паузу иду. Ну что ж, друзья, давайте устроим ночную пробежечку. Очень интересно мне посмотреть, что здесь ночью может, как говорится, респануться и вам показать. Уже ночные гули меня как-то удивили, если честно. Довольно-таки. А пока я тут противников, кстати, что-то не вижу вообще никаких. Да, я бегу опять к супермарту. Мне интересно посмотреть. Ну да, снаружи там отрезалось это 100%. Во-первых, респанулся ли автобус? Это раз. Да и во-вторых... Если кто-то еще... Нет, судя по всему, что-то никого нету. Что ж, дорогие друзья, давайте тогда напрямую к супермарту. Повоюем, так сказать. Как раз, может, уровень поднимем. Я вам почему показываю развитие после каждого четвертого уровня. Потому что после каждого четвертого уровня здесь... опять про лаги. После каждого четвертого уровня здесь обновляются противники, и они другими будут. Насчет рейдеров не знаю. Но тут должны быть рейдеры еще и в силовой броне на каком-то уровне. Это вообще веселух. Это а-ля Братство Стали прям. Довольно-таки тяжело с ними воевать. Он уже там кто-то ходит. Автобус респанулся. Не вижу нифига отсюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, ладно. Ожидаемо было, если честно. Сфинкс. Итак, с чем мне еще надо? Ментаты не нужны. Очищенная вода. Давайте заглотнемся. Так, психа. Ну, поедим сразу на всякий случай. Так, у меня стимпаков-то сколько хоть? Вообще фигня. Это фигово. Кажется, я влип. Немножечко влип. Ну, как сказать, немножечко. Я конкретно, блин, влип. Надо было днем идти, не видно ничего. Ого. Жестко как-то. Ох ты, их тут сколько-то. Кажется, не капец. Так, ладно. Будем бежать сюда только. Ошибку понял. Но что-то, кажется, стало еще больше. Вам так не кажется? И они как-то помощнее стали. Что ж, пока пауза. Иду и иду, никого не трогаю. И вот что здесь муравьи делают, кто не скажет, а?
А вас там не очень много? Или что ли где-то? Ладно. 25 опыта. Тоже неплохо. Чего ты здесь трётесь, ребят? Не подскажете? Странно как-то. Робота загасили, молодцы. А что они здесь делают? Это вообще юмора не понял. Что-то я не помню, чтобы здесь муравьев когда-то видел. О, ящички, здравствуйте. Камера металлолом. А, как раз починим автоматик. Текс. Да еще один делся, братуха. Ё-моё, он даже прыгнуть не может, когда перезаряжает. Да, я согласен, это нелогично. Че он убегает от меня вообще, я вот понять не могу. Уровень поднял? Нифига. Нет, поднял. Отлично. Так. 19 очков. Мне нужен взлом до 100%. Так, давайте качнем до 85. Потом уже будем бартер качать на полную. Ну, хотя, что тут, до 90? Фиг ли. И бартер будем прокачивать. Угу. Так, далее. Ладненько. Давайте посмотрим, какие новые появились скиллы у нас. Тяжелая рука. Вы, возможно, не самый искусный мастер боевых искусств, но когда вы бьете кого-то, он получает свое. С этим перком вы можете нанести критический удар безоружной атакой, однако вы наносите дополнительных 10 очков урона, будучи без оружия. Странный перевод, ну ладно. Способность точность дает вам шанс нанести критический удар в бою. 5 дополнительных очков удачи. Нет. Не чувствуя боли. Когда вы пьяны, вы даже... Ай, нафиг. Не люблю я таким бегать. Вы быстро избавляете ваших врагов от страданий. Для них же лучше. Когда ваш уровень кармы хороший, этот перк позволяет отнять у ваших врагов до 25% жизни. Но это какое-то читерство чистой воды. Хотя прикольно, но пока я перк на хорошего прокачаю, это не знаю. Так, это у нас китайская команда. Меня обязательно победили. Вы поняли, как надо бороться с этим. Империалистическими псами. Каждый новый ранг этого перка увеличит урон от китайского оружия. Ну и с китайским автоматом, кстати говоря, ладно. Где у меня хребет этот был? Крепкий хребет. Пока его возьмем. Мне нужно веса побольше носить. Теперь сколько я могу носить? 360. Мало, конечно, но уже что-то. Там сколько его? 3-4 уровня. Да, автобус не отрезался. Фигово, конечно. Ну да ладно. Вы видите, сколько их там ходит? Я вот вижу. И вот мне интересно, а как мне их всех убивать? Ага, они теперь на меня побежали. Зашибись. Так, я вот что-то не понял, но кажется, Марс Мутант Морчу вдобавок увеличивает количество противников намного. Так, надо тут как-то с ними повоевать поаккуратнее. И они точнее еще стали, зашибись. Эй, ребят, хорош-то, а? Да, чувствую. Стейк.
Стимпак. Ладно. Попробуем так. Так, где у меня? О. Здравствуй, Морфий. И бафауты мне нужны. Глаз ночного гуля у меня с собой? Ай-яй-яй, да, это нельзя. Такс. Что еще надо? Мне нужна вода. Очищенная вода. Вот так вот. Так, ну вроде нормально. Что, попадать бы? Вообще было прекрасно. Да, ну что убью, правда меня пускали все. Ого, по 75 уже очков дают. Это значит, они стали еще круче, чем были. Там что творится? А там добрые или злые? Непонятно. Кто там еще такие? Вообще не могу понять, я что-то попал в какую-то кромешную. А вы еще кто? Анклав? Ох ты ж твою дивизию, мне вот только этих не хватает, чудиков. Кого я еще тут увижу? Вот Анклав что здесь делает? Так, мне нужен стелс-бой. Срочно. Стейк. Что-то я как-то кажется... Ну что ж, дорогие друзья, как говорится, вы прекрасно видите, что тут начинает твориться. Тут уже анклав появился. Так, пойду-ка я пока на паузу, схожу умоюсь. Вот сижу и думаю, дорогие друзья. Слева анклав, справа рейдеры, посередине я начисляюсь. Что ж, у нас есть анклав. У нас есть рейдеры. Вопрос, кому помогать? Анклаву или рейдерам? Хотя броня анклава-то мне и пригодилась бы, но толку от нее мне сейчас вообще никакого нету. Но анклав тоже мне надо мочить. Хотя я смотрю, тут ребята и сами справляются с анклавом прекрасно. Как они меня видят вообще? Совсем оборзели, что ли? Хорош. Вот у вас там рейдеры есть, с ними и махайтесь. Пристали, блин, ко мне. Фиг сотрешь. А это кто еще? Рейдер. Так, что у тебя есть? Кастет, пистолетик. О, еще один рейдер. Я смотрю, у них тут нехило положили. Так, мужики, вы держитесь, молодцы. Давайте вы с ними тут воюете. Понял я. Понял. Это будет больно. Так. Игуана на палочке не подойдет. Очки действия плюс 20. Это квантовое ядерколо. Бесполезно. Лосось. Морфий. А я, кстати, под действием морфия или нет? Давайте-ка посмотрим. Ага. А толку-то? Плазменное оружие пробивает броню. Ладно, давайте муравьиного мяса поедим. Очищенной воды глотнем. И попробуем убить хотя бы одного солдата анклава. О, и как они хорошо ложатся-то. Хорошая плазменная винтовка, да? А мне кажется, проблемки. Проблемки такого характера. Так-с.
что этим гадам немножко пофигу. Пакет крови, психостейк. Стейк нет. Стелсбой нет, суп по-рейдерски бесполезен. Суп лапша. О, свинина с бобами подойдет. Мало здоровья. Мало. Шотландские виски. Ладно. Будем надеяться, что хватать. Тихо. Ой, мне кажется, застрял. Так, надо ему плазменную винтовку эту срочно вырубить. Ой-ой-ой, кажется, меня сейчас опять на... вставляют. Покажу, где мое место, да? Ё-моё, как же они достали-то? Так, очищенная вода. Давай еще раз выпьем. Мутноватая вода тоже выпьем. Так, ближе к нему, поближе. Блин. Мазафака. Фух. Так, ладно, я тут сохранился. Черт, я все забываю одну простую вещь. Какую? А то, что здесь броня-то от плазменного оружия не защищает. Надо тоже мод ставить. Так, ЕХП пошло восстанавливаться. Порядок. Так, ну эти с автоматами мне не так страшны. У меня хотя бы броня против них есть. Вот этот с плазменной пушкой, вот его надо убить. Да-да-да, чувак, это тебя касается. Вот с плазменной пушкой. Мне не нравится. Как ты еще там выпендриваешься? Где леса? Оу! Фига мне там напихал. Так, надеюсь, попаду. Ой, ура, я с этого... Так, одного я убил, злобного самого. Нет, это не тот был. Ага, рейдеры пошли. Так, давайте, ребятки. Ох, как он их крошит-то, ё-моё. Мощные парни. Дамс. Уж не знаю, на кого лучше нарваться. На солдата анклава или на рейдеров. А давайте сзади сбегаем, посмотрим. Я друг за тобой. Так, ладно, одного я тут убил. Что-нибудь у них не есть полезное это? Силовая броня, анклава. Штурмовая винтовка. Лазерная винтовка. Патрон магнум, лазерная винтовка. Так, они в меня плазмой стреляли. Какая нафиг лазерная винтовка? Или я не того завалил? Ход дела. Да ладно. Они и торговцы грохнули.
А у него может есть... Да-да-да-да-да-да-да. Есть. Фух, я буду жить. Сколько бы я ни прожил. Ох, повезло. А вы-то здесь что делаете? Супермутант-головорез. Вот это жесть. Вот, пожалуйста, вам новый супермутант. Муравьи. Ё-моё, тут кого... Чё тут вообще было? Что здесь творится? Вы мне объясните. Привет, пёсик. Мужик. Извини. Да. Нет. Простите, дяденька. Ух, я как вовремя. Но у меня стимпак есть. Так, лутательные операции. Лутательные самые важные операции. Да? Угу, так. Сейчас немножко подобъединим. Это просто жесть. Так. Гайона, что ли, броня Анклава? Броня рейдеров-взрывников. Ладно. И ты с ним. Одежда вольного торговца. Одежда наемника брата. Силовая броня Анклава. Сколько она уже? 28 дает? Маловато счет. Шлем. Зарядя. Шлем Анклава Гиена. А, что-то как-то забавно. Это типа командирский, что ли? Хз, хз. Я, честно говоря, даже и не помню этого. Так, металлом я расходовать на вас не буду. Боевой дробовик можно и починить, кстати. Ё-моё, у меня же дробовик был. Я мог и дробовичком их. Так, лазерная винтовка. Оп. Оп. Какой урон? 14. Так, а плазменная? Вот она, плазменная винтовка. У меня плазменные снаряды есть? Есть. Давайте-ка немножко попробуем плазмой пострелять. Потому что я смотрю, как-то они меня хорошо тут причесали, так сказать. Нифига, тут рейдер такой богатый был. Правда, ее бы улучшить. Было бы вообще шикарно. Опять перегружу. Ну, слушайте, неплохо. Анклав тут всех раскидывает. Вот именно с плазменным оружием. Но... Ладно, я потом посмотрю. Если будет возможность, поставлю мод. Он каждому виду брони добавляет защиту от плазменного и лазерного оружия. А тут кто у нас? Вот это, блин, номер. Вот с такими, ребят, чудиками мне еще придется столкнуться. Супермутант-головорез. Знакомьтесь. Броня знакомая? Знакомая. И мне это не нравится. Вот, пожалуйста, новые супермутанты. Анклав. Кого еще увидим? Без понятия. Веселуха. Веселуха. Так, ладненько, я сейчас на паузу уйду. Быстренько тут все подрихтую. Ну что ж, я немножко подрихтовал. Давайте попробуем, сбегаем, посмотрим, много ли там еще этих чудиков осталось. Я надеюсь, их не так уже много и будет. Мясо, конечно, они тут устроили между друг другом, просто кошмарное. От такой перестрелки я как-то уж точно не ожидал. Но если бы я не встретил Анклав, мне бы тут наваляли. Интересно, попаду? Блин, мне снайперская нужна срочно. А я что-то тут так смотрю, как-то маловато всех. Брамин мертвый. Ай, с мародером воюете. Игра.
И что тут происходит? Что-то взорвалось. Где-то очень сильно. О! Посидите, мужчина, так хорошо. Это ты, зараза. Чё ты моего друга убил? Опять я перегружен. Да чтоб тебе. Я отойти никуда не могу, чтобы не перегрузиться. Надо больше веса, больше, больше веса. Насколько больше, даже страшно подумать. Так, броня рейдера взрывников. Зачем ее ремонтировать, если она и так уже отремкана? А, ладно, проехали. Что тут заглючило, походу, опять? Бывает, бывает. Так, оружие. Шпонный кастет. Штурмовая винтовка. И плазменная винтовочка, это, извините, гэпа полная. Так, давайте-ка к автомату с ядер колой. Кстати, мародер мощный мужик, я вам скажу. Рад тебя видеть. Квантовая, ядер кола, бутылочная крышка. Нормально. Это квантовая ядер колы, тут нормально она собираешь эту заданицу пройти. Так, пока здесь оставлю. Ну чё, давайте-ка, дорогие друзья, проверим. Есть ли здесь кто-то? Ах, понятно. Противники респятся. Все правильно. Что ж, дорогие друзья, на этом серии, пожалуй, буду заканчивать. Я сейчас разгружаться. И вот не знаю, танцы с бубном устраивать на запись или нет. Ну что ж, как говорится, кому понравилось, ставьте лайки. Сегодня. Добавки ходят. А это что за нафиг был? Мы уже, пожалуй, узнаем другой серии. Что ж, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.